Физкульт, привет, друзья, с вами Сергей, и сегодня у нас такой формат, будет видеоотзыв клиента нашего постоянного, ну уже постоянного, и хотим показать основные особенности, недостатки, если есть, и преимущества турника брусьев, которые он покупал через наш магазин. Это было примерно около, сколько, Гришка, год прошло или больше? Да. Около года назад. И расскажет свои эмоции и вообще эксплуатацию, насколько понравилось ему, насколько это было полезно или бесполезно. Сейчас поделится человек опытом. Привет. Здравствуйте. Мне интересно такой момент. Вот расскажите, как вы выбирали турник, чем руководствовались при выборе тренажера и на что обращали внимание? Почему выбрали именно эту модель, хотя, ну, есть там большой выбор по турникам? Эта модель мне понравилась очень тем, что хваты здесь есть вот такой и прямой, и поперечный. Потом хорошие здесь вот эти вот вставки. Не знаю, что за материал, но очень долговечный, прочный, качественный металл, толщина металла. Ну и производитель наш хорошо тоже, что удивило. И то, что крепится он на крюки, что сила тяжести вниз идет, а не на отрыв. То есть подходит даже к мягким стенам, что здесь стена не очень мягкая, ну, не очень прочная. Ну то есть крюки, вот крепления, они, кстати, есть, вот покажи. Да, есть вот еще для брусьев отдельно, но я не вешал их, мне подходит и так, такая высота. Ну то есть вот эти крюки сыграли важную роль, да? Да, да, были, да. Что, вес идет вниз, то есть дополнительно еще вот эти, вот эта часть упирается в стену и не дает отрыванию турника в сторону и держится очень хорошо эта конструкция. То есть нагрузка направлена именно вертикально вниз. Да, да, да. Потому что есть еще турники, которые крепятся именно на анкерные болты, такие с крючочком они. И вот в этих случаях как раз они на отрыв идут. А здесь как раз нагрузка вертикально вниз. И для рыхлых стен это лучше, чем вот крючком, чем на анкер просто посадить. Интересует такой момент еще, какие упражнения вообще можно сделать на этом тренажере и что конкретно вы делаете? Вот у вас, я так понимаю, семья не маленькая и все занимаются. Какие упражнения вы делаете на этом тренажере? Ну вот хватом вот этим подтягиваюсь. Также стандартным вот таким, ну, широким хватом, ну и брусья, естественно, вот они снимаются, так, вешаются. Ну, можно еще вот так делать. Пресс вниз, да? Основные элементы мы показали, которые можно сделать на этом турнике, да, понятно. То есть подтягивание тремя хватами, брусья можно делать пресс в висе. Так и пресс висеть просто. Просто, ну, висеть. Просто висеть, да. Это, кстати, ну, берут часто у нас люди, которые сидят за столом много, да. Сидячий образ жизни, и нужно просто повисеть. Параллельно они еще могут заниматься, делать другие упражнения. Какие минусы есть у данной модели? Ну, что вы обнаружили вот за год почти эксплуатации? Если есть они, конечно. Или там преимущества особые? Ну, выделите. Для меня минусов здесь в нем нет. Единственное, что если смотреть по цене, у конкурентов цена дешевле. Но я когда углубился в этот вопрос, я обнаружил, что у них вот эти вот кожзамом покрытый поролон обычный, то есть это недолговечно, скорее всего придется либо ремонтировать, либо там что-то мотать. Вот и металл у них тоже потоньше, здесь металл самый толстый из тех, которые есть на рынке. Ну, минусов нет, это только плюс. Ну, цена, она, я так понимаю, соответствует качеству, потому и дороже. Ну, то есть для вас дороговато была, ну, цена? Она не дороговата, она просто бросилась в глаза, да, что он дороже. Ну и я начал анализировать, почему. Я убедился, что цена актуальная. Пусть дороже, но качественно.
Были ли какие-то вопросы при сборке, и насколько вообще сложно самому собрать его, ну, в домашних условиях, и какие ключи нужны, может? Ну, ключей здесь немного. Я уже не помню. По-моему, на 13. И отвертка надо крестом. Крест, да. 13 ключ, 2 ключа. И, в принципе, и наверное, все. Да, тут вообще мало инструмента надо. Сложностей не было у меня в сборке. Но менеджер сказала, что если будут какие-то сложности, обращайтесь, и все по инструкции там все расскажут. Пошагово, куда, что. Ну, то есть проблем у вас не возникло? Не, у меня не возникло никаких проблем. По сборке сколько по времени примерно? Да, ну, 15 минут, наверное, немного, быстро. Если кто-то поможет, еще быстрее. То есть, если не один. Установка также то же самое дело. Вот здесь 2 анкерных болта, и тут 2 анкерных, ну, 4. Вообще, тут еще дополнительное крепление для брусья в нише. Ну, меня устраивает эта высота, и я не решил еще 2 крюка вешать. То есть, достаточно даже 2 крюков. Ну, хочу заметить, что вообще нужно будет еще 2 крюка вешать. Потому что их в комплекте 4, да, чтобы брусья вы когда вешаете, чтобы не так высоко, вот, как у Григория. Ну, Григорий высокий парень, и он спокойно залазит на брусья, а так, в принципе, можно пониже их сделать, и вам будет комфортнее, удобнее залазить на брусья. Ну, наверное, в целом по этой модели все. Я так понимаю, никаких особых нареканий не возникло за год эксплуатации. В принципе, можно видеть, что все целое, краска на месте, ручки, подушки, да, ручки, то есть ручки все. Тоже материал ручек здесь идет не в этих вот, как в дешевых там, или неопреновые, или как они называются, мягенькие, как поролон, а здесь пластик какой-то с рифлениями, то есть и не скользят они, и, я думаю, вечные. Если солнечные лучи не будут попадать прямые, то хватит на много лет. Если какие-то вопросы будут, можете писать в комментариях. Заказ можете оформить на сайте Muscle Shop. И не забывайте, дополнительная скидка по промокоду 1554. Ну, на этом, я думаю, можно заканчивать. Григорий, спасибо вам. И вам тоже спасибо. С вами был Сергей, магазин Muscle Shop. Всем пока.